Все голы забиты. В округе завершился футбольный сезон. Победителей, лучших игроков и тренеров наградили в Люберецком музейно-выставочном комплексе. Спорт, он закаляет волю, характер. И в целом те, кто начинают заниматься с раннего детства, любимыми видами спорта, они по жизни становятся более успешными. Октябрь – время подводить итоги летнего первенства по футболу и отмечать самых успешных игроков и тренеров. Непростой год не позволил провести соревнования в обычном режиме. Турнир состоял всего из одного круга матчей. Но, тем не менее, в один круг мы провели, я считаю, хорошие соревнования на хорошем уровне. Участвовали детские команды городского округа Люберцы. Это у нас было 7 коллективов в 3 возрастных группах. 9-10 год рождения дети, 7-8 год рождения, 2005-2006 год рождения. Фавориты этого сезона – клубы «Балятина», «Краскова», «Школа Звезда» и комплексная спортивная школа Олимпийского резерва. Последняя заняла первое место в общем командном зачете. Опорный защитник Дмитрий Байчев говорит, что успех его клуба – заслуга всех игроков и тренера. Ну, где-то я спасал ворота 2-3 раза, а забил, ну, примерно 2 гола и все. Мы играли все в пасы, играли хорошо. Все хорошие игроки у нас в команде. Мы будем заниматься, продолжать также играть в этом духе, побеждать и все. В округе тренируются более 1000 юных футболистов. Каждый успешный игрок может поучаствовать в проекте «Люберецкие звезды». Для этого свои дипломы и награды необходимо загрузить в личном кабинете на сайте люберцы.рф. Раз в полгода лучшие из лучших получают призы и подарки. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.